Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Tesla Model 3. Ремонт переда. Часть правого лонжерона буду менять. Для этого у меня есть донорская часть. Ладно, разбираю. Итак, перед разобран. Ремонт начну с правого лонжерона. Сначала вытягиваю его. Теперь делаю необходимые измерения. Для этого у меня есть оригинальные размеры. Карты с размерами можно раздобыть по ссылке в описании. После измерений удаляю поврежденный металл. Корректирую размеры.
Ну а теперь с донорской части беру нужные мне куски. Для установки целых деталей я установил подрамник. Но сначала мне надо подправить левый лонжерон. Чудненько. Теперь устанавливаю кусок лонжерона и свариваю его. Итак, сварочные работы сделаны. Теперь крашу лонжерон. Покрасил, обработал внутрянку мовилем. Собираю. Моя работа с этой машиной закончена. На эту работу ушло 65 часов. Отдаю машину владельцу. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!